Конечно, я счастлив, что высший шахматный титул, или, как это принято говорить, шахматная корона, вернулась в нашу страну, богатую шахматными традициями и всемирно известную своей высокой шахматной культурой. После того, как уже завоевана одна победа, очередная какая-то победа, кажется, что, может быть, и хватит, и действительно, может быть, наступает и состояние просвещения, но проходит какое-то время, и хочется снова играть в шахматы, хочется снова вступить в борьбу.